Давай так. Ты меня освободишь, а я тебе. Я тебе, например, шоколадку. А да... Не знаю я ни про какую соб... Ну зачем? Грибы? О, превосходен! Давай скорей сюда! Не знаю, как у вас негров, а у нормальных людей принято говорить спасибо. Спасибо ты сказать, когда отец тебе помочь найден люляку, а пока не надо. Резонно. Осталось три. Что три? Три из 5 предметов. Ты помнишь о предметах, что просить шаман? Как же помню. Забудешь с вами. Что ты спросить хотенье? Касательно тех предметов, что необходимы для обряда. Я повторю. Там-там и мухомор, и кальмышей летучих, и ядовитая змея, и кровь злодея. Без этого не обойтись никак. Запомнить ты или, может, повторить? А где я должна искать этот ваш там-там? Он в общежитии лежать. 12-я комната. Запомни. Откроет дверь ключом. Каким еще ключом? Вот этим. Так, кое-что проясняется. Ты все запомнила, что я тебе сказать. Что ты спросить хотенье? А в чем суть обряда? Узнать ты в свое время. Но это мне поможет найти мою собаку? Должно быть, помогай. Проникнуть сможешь ты в сознание вора. Разве этот мало? Не знаю. Жизнь покажет. А про какого призрака вы мне говорили? О, это злобный дух. Явится он, смутил покой и сон наш. И что? От гнева духов ночи укрыться мы в лесу и ждать утра. А утром что? Исчезнет призрак? Мы не знаем. Странно. Два взрослых негра прячутся в лесу, а в лапы призрака посылают маленькую девочку. Ладно, негр, я к вам попозже загляну. Кто они? Ты говоришь загадками, дядь Миш. Забудь про это. Считай, что я тебе ничего не говорил. Договорились? Но ты меня заинтриговал. Чалы, а чего ты кашлял? Чахотка? Молчать. Если ты мне освободиться не поможешь, то я, то это будет крайне негуманно. А что, в школе не учат, что нужно помогать людям, попавшим в беду? Я, к счастью, в школу пока не хожу. Возраст не тот. А вот этого...